палеатлон развивается уже около 20 лет. В этом году у нас юбилейный год. Начал развивать палеатлон мой тренер, а теперь и муж, Кормильцин Андрей Николаевич. Палеатлон – это комплексный вид спорта. Он включает в себя несколько видов спорта – легкую атлетику, плавание и стрельбу. Сейчас мы работаем вместе с мужем. Воспитали уже очень много спортсменов массовых разрядов. Мы вот сегодня посчитали, 113 человек у нас первого, второго и третьего разряда. Кандидатов человек 20, наверное. Ну и 5 мастеров. Это, конечно, особенно приятно, что мастера у нас появились. Вот в этом году появился самый молодой мастер спорта. Это Денис Соколов. Он стал мастером спорта, еще не достигнув возраста 17 лет. Что мне больше всего нравится в палеатлоне, это то, что он развивает разные качества. Мы развиваем и выносливость, и скорость, и точность в стрельбе, и быстроту. То есть спортсмен, занимающийся палеатлоном, потом может перейти в любой понравившийся ему вид спорта и заниматься уже в олимпийском виде спорта. Я хочу выразить благодарность всем родителям, всем людям, которые нам помогают, которые поддерживают палеатлон. Надеюсь, что и дальше мы будем с вами также благотворно сотрудничать.